Всем добрый день! Сегодня будем готовить праздничное блюдо. К празднику очень подойдет, ну, можно и так, оно не слишком дорогое, можно сказать, бюджетное на данное время. Будем готовить, запекать курицу с картофелем в духовке. Курица у меня будет филе куриное. Будем так делать, чтобы оно не засохло, было сочным. Так что давайте готовить. Для приготовления картофель вот начистила. Две луковицы, но небольшие у меня. Сначала я измельчу картофель. У меня вот такая терка, она мелко нарезает. И очень вкусно получается такая картошка. Или вручную тонкими кружочками нарезайте. Начинаем. Так. Эту терку мне когда-то подписчица из Германии прислала. Большое ей спасибо, если она смотрит еще мой канал. Так, вот у меня картошка. Приправа картошки вот у меня. Посыпем. Все. Приправа из овощей и трав. Немного такая крупненькая. И немного соли, потому что каждая приправа с солью. Так, все. Растительного масла добавлю. Достаточно. И перемешаем. Все, картошка, пока я займусь филе, промаринуется. Лук нарезаю я кубиком. Лук добавляю к картофелю, две луковицы у меня небольшие, перемешиваю. Так. Филе нарезаем пластинками. Не очень тонкими. Это маленькое филе целое пойдет. Немного посолим. Немного совсем. Соевый соус добавим. Ложку достаточно будет.
приправки, какие нравятся, добавим. Чеснок сушеный. Приправа для курицы. Ну и достаточно. Так. Ложку масла. Пусть маринуется. Растительного масла на низ. Курица уже полчаса как маринуется. Прикладываем картошку с соусом всю. Так, раскладываю. Поверх выкладываем курицу маринованную. Курицу аккуратненько раскладываю. Натерла вот я сыра твердого, и в него добавляю майонез. Так у нас сыр раньше времени не подгорит и не засохнет. Так, сколько у меня тут майонезу. И покрою наше блюдо сверху этим майонезом. Сыром. И вкусно будет, и хорошо. Сыр не будет подгорать. Выкладываем. Смазала руку растительным маслом, чтоб лучше раскладывать, не липло. Так. У меня еще есть в запасе сыр, майонез. Филе покрыла я этой смесью, отправляю в духовку. Духовка нагрета, 180 градусов, ну, минут 50, час. На дно добавлю грамм 50 водички, может и меньше, все. Запекалось 55 минут. Картошка с курицей готовой, румяные, красивые, пахнет очень хорошо. Осталось только попробовать. Остается попробовать. Пахнет, слушайте, вообще очень аппетитно. Сейчас.
Сейчас попробуем. Так, картошечку возьмем. Сбоку лежит. Вкусно. Мясо. Ну, мясо мягчайшее получилось. Мясо мягчайшее. Не сухое совсем все. Как заказывали, так и получилось. Под этой сырной корочкой с майонезом очень вкусное мясо. Картошка сама, само собой. Все вкусно. В общем, приготовьте. Будет коронное блюдо на вашем столе. Спасибо, что посмотрели видео. Готовьте со мной. Блюдо очень вкусное. Его можно подать на праздничный стол. Заходите на мой канал. Готовьте со мной. Смотрите мои видео. Подписывайтесь на канал. И до новых встреч. И всего вам самого доброго.